рассказывай, как прошел сегодняшний матч. Ну, тяжелый матч был, нам было сегодня очень тяжело, мы очень много оборонялись. Но такие матчи тоже как бы полезны для нас, если мы будем играть с мальчишками почаще. Вот, но они быстрее, мощнее, сильнее. Вот, если мы будем на постоянной основе играть, то будем подтягиваться к ним, к их уровню. Но мы будем стараться во всяком случае. Какие вы делали выводы после прошлых игр в ноябре? Ну, мы разбирали ошибки, смотрели. Тренеры показывали, что не так, где что нужно поправить. Сегодня на часе хорошо сыграли. Не так много было, но, в принципе, выстояли. Так, в целом-то играли неплохо. Очень много забили сбиваний. В этот момент поправить. И можно играть с ними, в принципе, ничего страшного не произошло. Будем настраиваться на завтрашний матч. А в таких матчах с парнями вы играете жестче или они играют мягче с вами? Силовая борьба, но все равно они как бы и толкаются, и бьют тоже. И не особо нас там как-то жалеют, что ли, я бы сказала. Им как будто принципиально, что ли, я не знаю. Вот, но мы тоже стараемся себя в обиду не давать. После таких турниров как меняется вот ваша игра, когда вы возвращаетесь в ЖХЛ? Больше выкладываетесь на льду, вы жестче играете или ничего не происходит? Ну нет, почему ничего не происходит? Такое ощущение, что ну, когда мы все равно даже вот после прошлых игр в Беларуси приехали, чуть побыстрее какое-то время, просто нужно постоянно почаще играть с мальчиками, побольше, чтобы у нас этот темп сохранялся, потому что когда мы приезжаем в клубы и когда много тренируемся, то потом начинаем сваливаться на этот же уровень, как у нас у всех. Вот, все равно, когда с мальчиками играешь, ты все равно потом какое-то время ты быстрее стараешься принимать решения, быстрее двигаться. Хотелось бы, чтобы от Беларуси и от Казахстана тоже были выставлены женские еще команды. Ну, нам было бы интереснее, мы хотя бы атаковали побольше, бросали побольше. Как вам Казахстан? Вы успели что-нибудь посмотреть? Нет, мы вчера очень поздно прилетели, сходили на тренировку, приехали, поужинали, разместились и уже легли спать сегодня. Рано встали, сходили на игру и вот только приехали, пообедали и все. Пока еще не было времени. Ну а в дальнейшем планируете куда-нибудь поехать или посмотреть что-то в столице? Ну, поехать вряд ли, мы что-то, в принципе, на игры приезжаем, чтобы играть, и после игры хочется отдохнуть, может быть, сходим прогуляемся, что-нибудь тут рядом посмотрим, вот, и так куда-то запланировать, чтобы поехать, такого нет, потому что в приоритете все равно это игры и восстановление. Какие задачи главные тренеры ставят вот на этот сбор вам? Да, как таковых задач нет, но сыграть лучше, чем прошлый матч, исправить ошибки, которые были в Беларуси, играть лучше в обороне, обороняться. Вот, но и про атаку тоже стараемся не забывать. Если есть момент, то стараемся бросать повороты. Если как-то суммировать, вот чем хороши такие турниры, где вы выступаете против парней? И еще раз повторюсь, мощнее, больше нас, и физически лучше, сильнее, как бы. Вот, мы стараемся у них и скорости больше за ними тянуться, за ними. Конечно, они нас перебегали, мы как бы не будем за ними бегать, но стараемся тактически сыграть правильно, оборону как-то выстроить, чтобы не было слишком разгромных счетов. Сегодня у нас это не совсем получилось. Спасибо тебе большое. Я желаю вам удачи в ваших следующих матчах. Надеюсь, что вы обыграете парней. Спасибо большое, мы будем стараться. Thank you.